Хоккейный клуб «Тамбов» первым открыл счет в матче. Случилось это на 9-й минуте игры в большинстве. Точный бросок нанес Максим Баин, в недавнем прошлом игрок «Химика». Но желто-синие сделали все, чтобы не уходить на перерыв с сухим счетом на табло. Сергей Лукьянцев с передачи Германа Точилкина за 30 секунд до завершения первого периода сравнивает счет. Следующую заброшенную шайбу зрители увидели только под занавес второй 20-минутки. Павел Ткаченко реализовал большинство. Гости не опустили рук и провели целый ряд острых атак, одна из которых в середине третьего периода завершилась заброшенной шайбой. Все тот же Максим Баин забрасывает нам вторую шайбу. Ничья 2-2, и матч уходит в овертайм, где обе команды имели шансы, но все же выявлять победителя пришлось в серии буллитов. У желто-синих свою попытку смог реализовать только многоопытный капитан Олег Губин. А вот гости смогли переиграть нашего голкипера дважды. Победную попытку реализовал еще один экс-хоккеист «Химика» Илья Павлюков. Уже 20 октября желто-синие сыграют на своем льду против саратовского «Кристалла». Денис Нитков, новости из «Кровектор».